Он носит, типа, хайповые вещи, но они вообще не сочетаются, блядь. Он носит нахуй оранжевые кроссовки, блядь, и, например, черные. Что-то, короче, он долбоёб, ебаный клоун. Короче, дорогие вещи носит, но только без... Да. Ну, это вообще пидором надо быть, чтобы тупо носить брендовый шляп. Нету никого тут. И, чтобы оно не сочеталось. Сейчас. Блять! Меня бесит, брейкаут. Блять, пиздец, я битнул. Ты битнул, Флэш? Да. Мой первый экстрим. Рофл ГГ. Лол, я, блин, был в заглушении, я не услышал твою реакцию. Подписывайтесь на Сминта. Ее не было? Ее не было, я просто сказал, типа, я прошел фекст. Я же сказал, что я не реагирую больше, блядь. Сука, спамьте везде, пожалуйста, что я битнул фексте. Ну, лох, значит, если битнул фексте. Ну ладно, ГГ. Спасибо. Красава. Блядь. Го, погуляем когда-нибудь. У меня рука трясется нахуй, пиздец. Самый сложный мой уровень, блять. Го когда-нибудь погуляем. Наконец-то я что-то сложное прошел. Наконец-то, сука. Свинт! Можно. Но сейчас буду считать попытки. Да. Конечно, на осенних каникулах. Либо на каких-нибудь выходных. Ну да. Может, на Пушкинскую приехать. Да я хотел в авиапарк. А, блин, там в авиапарке в Бургер Кинге нет бесконечных напитков. А. Говно. Next BB. Блять, я вообще не хочу думать, поэтому почитаю на калькуляторе на айфоне. Ибо деньги позволяют. У тебя их сколько с собой, допустим? Элот. Нет, ну, скажи хотя бы примерное число. Да не буду я говорить, блять. Чё? Сто косарей, да? На Donation Alert у меня 40 рублей. Круто. A lot of money. A lot of money. A lot of money. Да какая разница, блин, я не шпарю на ногу. Поэтому идите нахуй. Я ненавижу английский. 8792 попытки. Ну лох. Много. Хотя в дигитле у меня больше, ну ладно, пофиг. Ну для первого экстрима даже неплохо вообще. Да у меня, блин, было 15к, если транквилити. А, 30 транквилити на чуть-чуть сложнее. 30 транквилити он посложнее, а, не-не-не-не-не. На 2 демона. Чё я говорил? 8-10, бро. Неделю так уж пашем, ноги в кашу, мы ебашим, продвигаемся всю дальше, через уровни мы скачем, все накапливаем баллы, если суши, тогда тратим, газировку покупаем, на себя все выливаем, никто капли в рот не взял, на танцпол пишет. Пиздец, нахуй, охуеть, я битнул в фексте, блять. Я битнул экстрим, нахуй. Первый экстрим в своей жизни. Ну, значит, плохо. И это не катаклизм, это не кайфа, это фэкстрим. Не, на самом деле, неплохо.